Добрый день, меня зовут Артур, я работаю в гомельском офисе компании PAM. Я тим-лидер на достаточно крупном коммерс-проекте. Мы занимаемся тем, что автоматизируем большой ритейл-бизнес, используя платформу Hybris. Я начал работать с платформой Hybris, которая сейчас, кстати, переименована уже в Commerce Cloud, примерно 3 года назад, и в тот момент, когда для меня эта вся история началась, я начал изучать интернет на тему того, ну вообще, что это за платформа, зачем она нужна и так далее. Платформа проприетарная, поэтому информации немного, и это часто отпугивает. Заходите, господа, там, бойтесь. Ладно. Отпугивает вообще программистов и непрограммистов. И я бы хотел немножко прояснить некоторые моменты, которые, может быть, кому-то, ну, как бы откроют там тайны мироздания, и вы, может быть, рассмотрите платформу эту как дальнейшее направление деятельности. По сути, мой доклад будет состоять из 5 частей, 4 предварительных и дальше вопросы. То есть мы поговорим немножко про проблемный домен, чтобы понимать, ну, вообще специфику бизнеса, который мы автоматизируем, про solution, который мы внедряем, и фичи. Но вот какая интересная история с фичами в принципе. То есть я не говорю, что это rocket science, ни в коем случае. Это как бы просто какие-то кусочки функциональности, которые я выбрал по такому принципу, что меня больше всего самого вдохновило. Есть много Java-проектов, и, возможно, некоторые из вас знают, как написать лучше. Ну, вот какая штука. Подумайте о том, как у вас эти фичи реализованы, если вы пишете какой-то кастомный проект. А вообще, если можно, кто у нас здесь программисты? Есть программисты? Окей. А тестировщики, да, наверное, остальные? Бизнес-аналитики? Окей, теперь разобрался. Все, всем спасибо. Так, давайте приступим. Первая часть нашего доклада – это проблемный домен. По сути, программисты, тестировщики, бизнес-аналитики так или иначе работают в некотором бизнес-домене. И понимание этого бизнес-домена позволяет нам принимать решения и релевантные ситуации. Чтобы понимать специфику бизнес-домена, нам нужно понимать основной тренд, который движет IT. Мы все-таки подвержены основным влияниям бизнеса, и понимание трендов тоже очень важно. Forbes выделил 3 основные тренда. Времени мало, не буду делать никакой интерактив, просто сразу расскажу. По сути, это интернет вещей, healthcare и умное потребление. Интернет вещей понятен, да, то есть у нас появляются новые и новые девайсы, и умные приборы так или иначе проникают в нашу жизнь. То есть это там пылесосы, холодильники, неважно. Все умеют, как бы ничего интересного. Healthcare очень потенциал большой этого направления. В основном это либо мониторинг, либо расчет неких страховых рисков. То есть если человек ведет какой-то образ жизни специфический, например, много ходит, чей-то мир рухнул. В общем, ведет какой-то специфический образ жизни, возможно, ему можно с меньшим риском предоставить какую-то страховку. То есть, либо мониторинг, то есть все знают, Apple Watch считает, отправляет данные врачу и так далее. Smart consuming. Смотрите, какая штуковина. Кто покупает в интернете какие-то вещи? Все покупают в интернете. Вы все уже знаете, как найти самую маленькую цену. Ни для кого не секрет. И интернет-торговля уже давно вышла на первое место по отношению к классическому бизнесу. Да? Тут у нас на этом графике видно, как классический бизнес, основанный на сторах, подвергался, скажем так, давлению интернет-ориентированного Amazon-based бизнеса. Казалось бы, в чем был просчет? На каждом отрезке классический бизнес показывал серьезный рост. То есть, ну, как бы менеджер, который смотрит в короткой перспективе, он будет видеть, что бам, мы везде побеждаем. Ну, там есть пару этапов, где мы там не очень, но в целом мы везде показываем устойчивый рост, очень хорошие показатели. Но если посмотреть на тренд на Amazon-based бизнесе, мы увидим, что они все-таки вышли в лидеры. Вот человек-бизнес-аналитик нам 100% может объяснить, в чем суть.
Знаете, нет? Ладно. Они переключились от акцента с маржинальности на кастомер-лояльность. По большому счету, увеличение маржинальности приводит к падению лояльности, что уменьшает вероятность повторной покупки. Что если все это, в принципе, сложить, да, то с вас можно каким-то образом взять больше денег, но только один раз. Выгоднее продать много раз, ну, дешево. А так как любой бизнес, так или иначе, ритейл упирается в нижнюю, ну, какой-то оправданный порог, то дальше мы накапливаем лояльность пользователя. Каким образом выгоднее всего получить лояльность пользователя? Просто прислушайтесь к своим ощущениям. Раньше у нас был так называемый, ну, как бы моно-ченнел бизнес. Приходим в магазин, что-то лежит. Подходит, покупаем, не подходим, уходим, все. Как бы дальше появился мультиченнел. У этих магазинов появились интернет-магазины. Заходим в интернет-магазин, находим там что-то, заказываем. Если хотим пойти в магазин, у них не сходятся ни остатки, ни продукты, ничего. Нравится — берем, не нравится — ну, не берем, уходим. Это все вчерашний день. Основная сейчас ставка бизнеса идет на омниченнел. Что такое омниченнел? Кастомер взаимодействует с бизнесом так, как ему хочется. По большому счету, мы сами, как пользователи, формируем взаимодействие с бизнесом. То есть мы можем найти онлайн-товар, заказать его через бота в социальных сетях. Это хороший тренд сейчас. Сейчас много чего можно сделать через ботов. Чекнуть ближайший стор в StoreFinder и на мобильном телефоне и сделать pick-up in store. То есть это у нас, кстати, не очень распространено. Заказать на ближайший магазин и там забрать. По сути, мы не привязаны к какому-то одному ченнелу. Но чтобы это работало, нам нужно понимать, что такое вообще омниченнел. Это не просто какой-то хаос, да, то есть, что мы можем пользоваться всем в подряд. Нет, работает не так. Омниченнел – это единый взгляд на ключевые понятия бизнеса. Это единый взгляд на customer data, на сток, на продукты и на контент. Если вы нашли в интернет-магазине какой-то товар, в концепции омниченнела цена на этот товар должна быть такой же, как в магазине, как в других. Чтобы у вас не было желания прийти в магазин, как у нас случалось там, я не знаю, с Озом, кажется, и найти там товар, потрогать его, а потом заказать его из интернет-магазина ихнего же. Их. Вот. Потому что там получается дешевле. Единый взгляд на сток. То есть если у нас есть продукт, он есть в магазине, если, ну, там присутствует, и также его доступен через интернет. Единый взгляд на кастомера. Вы хотите, чтобы сохранялся весь набор ваших привилегий как кастомера. Скидки, какие-то лояльности и так далее. Omnichannel. Решение в сфере Omnichannel характерно тем, что состоит из двух частей. Это первое. Функциональность, с которой сталкивается кастомер напрямую, так называемые storefront-ы. Это мобильные приложения, сайты для продажи чего-либо. Ну, то есть это все, с чем работает кастомер. Вот эта часть, она имеет колоссально разную природу в каждом бизнесе. То есть по большому счету кастомер, фейсет, функциональность, она будет сильно брендирована и сильно заточена под каждый тип бизнеса. То есть сайт, я не знаю, BMW будет очень сильно отличаться от сайта Coca-Cola и вот там Energy Diet, который я сегодня в подвале что-то увидел. Есть нижняя часть айсберга, это админки. То есть если верхняя часть будет сильно зависеть от конкретного, ну, назовем это так, инстанса бизнеса, то нижняя часть будет отличаться минимально. Потому что бизнес крайне охотно кастомизирует взаимодействие с пользователем, но крайне неохотно кастомизирует взаимодействие со своими собственными сотрудниками. Потому что если вы платите человеку за взаимодействие с какой-то админкой, то в принципе он привыкнет. А вот кастомеры, если им не понравился сайт, просто уйдут конкурентам. Так это работает. И второй момент. Мы как программисты, мы уже начали воспринимать эту комплексную систему. Мы видим уже, что там как кастомится, какие админки. Мы прям думаем уже системами. Но вот в чем суть. Система вообще не конец мира, да? То есть наша система — это всего лишь одна точка. Но есть еще какие-то delivery-центры, point of sale, заводы. То есть мы не живем в открытом космосе, и нам, кроме того, что нужно написать классную систему, нужно ее как-то в этот бизнес воткнуть. Как это сделать? Ну, вообще много вариантов. В самом деле, в двух словах, что такое платформа Hybris? По большому счету, Hybris – это Java-based платформа, написанная на достаточно тривиальном, может быть, для Java-программистов стеке для автоматизации бизнеса
в сфере электронной коммерции. Что интересно, что стек понятный, но опять же для Java-программистов, ну он как бы, скажем, может быть, назовем это так, он оправдан для этого решения. При этом от нас отодвигается весь boilerplate код в основном. То есть генерация проекта и базовая настройка бизнес-модели происходит на уровне неких темплейтов, про которые поговорим позже. Теоретически на Hybris'е можно написать все. То есть есть случаи, когда Hybris внедрялся в очень странных местах. Например, в USA пеницарная, не знаю, исправительная система использует Hybris для своих вот этих внутренних киосков в тюрьме. То есть, ну, как бы он очень сильно кастомится. Есть некое ядро фреймворков, есть модули, которые можно, ну, как бы сказать, доставать и вставлять. То есть мы можем закастомить что угодно. Для того, чтобы понимание о системе возникло чуть более, ну, фундаментально, нам нужно также понимать профиль бизнеса, который эту систему использует. Мы, как Java-программисты, уже, в принципе, ну, понимаем Java и Java, ладно, окей. Кто это вообще использует? Вот вам логотипы какие-то. Каждый из вас что-то тут знает, это понятно, да, то есть откуда взялись эти логотипы? Это открытая информация с сайта SAP. Никакой тайны нет, там таких страниц примерно 10, я взял первую, которая мне понравилась, ну, не знаю, или первую. Как бы по факту, даже на этой первой странице вы уже найдете много каких-то компаний, которые вы знаете. Топовый ритейл работает с этой системой по многим причинам. Про причины тоже немножко позже. Есть компания Gartner, она производит аналитику. Есть квадрат Gartner. Они расположили платформы, ну тут как бы их 4 в самом деле. Ну давайте представим, что тут 4 таких маленьких квадрата. Платформы расположены по двум координатам. Первая – это внедряемость, и вторая – это полнота решения. По сути, мы говорим про лидеров. Лидерами сейчас можно назвать SAP, ну, Hybris, будем называть его старым образом, Oracle, TG, Magento, Salesforce. Сейчас заходит Commerce Tools. Это новая платформа, но она направлена на другой профиль бизнеса. То есть она маленькая, это SaaS, то есть большие топы, к сожалению, сейчас пока не заходят сюда. То есть пока что у нас вот здесь. Быстренько проанализируем основных компетиторов. Salesforce убираем сразу, потому что у него, опять же, немного другая структура. Берем именно платформы SAP, Oracle, TG и Magento. Извините, пожалуйста. Magento. В принципе, она немножко выбивается из общей, как бы, концепции, потому что она написана PHP, и у нее есть своя специфика. У каждой из этих платформ есть своя специфика. Но кроме каких-то стоимостей, лицензий и прочее, мы должны понимать, что с точки зрения, ну не знаю, как правильно сказать, бизнес-анализа, Hybris – это топ в плане организации Omnichannel. То есть, если нужен Omnichannel, вы можете подключать консалтинги агентства либо архитектов, и они все равно выберут Hybris, потому что внедрение Omnichannel тут будет самым, ну скажем, простым. Основная концепция Hybris, с которой сталкивается любой программист, это сдвиг, так, вот здесь вот, наверное, будет меньше свистеть, это сдвиг от императивного к декларативному программированию. Java-программисты часто привыкают к тому, что они объясняют как, а не что. То есть мы начинаем проект не из того, чтобы понять бизнес какую-то, ну, не знаю, структуру, зачастую, я не говорю, что все. Мы начинаем создание POM-файла, ну, там, или Gradle, да, там, прописываем базовые зависимости, нам надо как-то GSP-хи настроить и много чего. Нам нужно смещать наше мышление в сторону правильных задач. Нужно действовать методами декларативного программирования там, где это возможно. С точки зрения фреймворка все достаточно тривиально. Мы сейчас работаем в основном над веб-бейст системами. Они строятся над персистентным слоем, построенным поверх JDBC базы данных. Дальше все идет некими слоями, то есть это лейерная архитектура. Фреймворки, которые находятся с той стороны, ну, это как бы какие-то core-фреймворки, на которые все строится. Java-программиста здесь не удивишь. Кто заметил Ant? Понятно, не самая новая технология. Кто знает, что такое Ant? Понятно, не самая новая технология. Но он стабильный. И, по сути, тут построен build-фреймворк на этой штуке. То есть
Ant для нас используется просто как некая агрегирующая сущность. Внутри самих модулей мы можем использовать Maven, Gradle, да хоть что угодно. Ant — это некий build framework. Все это упаковано в такой как бы дистрибутив, который позволяет нам все сделать из коробки. Дальше у нас идет некая разбивка, которая говорит о том, как... Извините, я немного ускорился, потому что времени в самом деле мало. Разбивка говорит функциональное разделение фреймворков. То есть сама платформа предоставляет базовые мониторные функции, системы там, управления функционированием самой платформы. И дальше слой за слоем наращиваются новые линии абстракции. То есть что удобно, что базово, на уровне внедрения и бизнес-анализа мы можем проанализировать коробку, которая заточена под конкретный тип бизнеса, и по сути искать дельту. Нам не нужно описывать как бы все с нуля, там, какими-то реквайрментами, не нужно делать все по новой. Мы просто ищем дельту и кастомим. Там, где нам достаточно средств кастомизации, то мы просто декларативно объявляем, что нужно. Если декларативно не получилось, мы можем переточить любой модуль. Я конкретно работаю на достаточно сложном проекте, у нас уровень кастомизации очень высок. Мы кастомим все, ну, и все равно получается дешевле, чем писать с нуля. Последняя часть – это фичи. Я выбрал буквально некоторое количество фич, с которыми мы столкнулись. Подумайте над этим, подумайте про их ценность бизнесу, что дает платформа. Кроме того, что платформа изначально из коробки дает нам автоматизацию от 60 до 80% бизнес-кейсов, вот эти фичи, они, ну, облегчают жизнь, в принципе, всем. Начнем с самой простой. Первая задача, которую решает любой большой проект, ну, выходящий за рамки там, pet project, это некая модулярность. Нам нужно делить бизнес-логику либо вертикально по слоям, либо горизонтально-функционально. И мы начинаем использовать различные подходы. Там, предположим, самый распространенный – это POM. Если мы используем Maven, то мы можем разделять по POM-модулям. У нас есть свой концепт. По большому счету, любой модуль называется экстеншеном. Платформа берет на себя уже responsibility по менеджменту экстеншенов, по сборке, по разруливанию зависимостей. Эти экстеншены могут добавляться либо убираться из дистрибутива. Как платформенные, так и мы любой свой код оформляем как экстеншен. То есть есть core framework, есть бизнес-процесс, есть кусочки, которые мы можем вставлять либо доставать. Это очень удобно. Внутри экстеншенов может использоваться, в принципе, ну, достаточно многое. Extension – это кусок бизнес-логики. По большому счету, можно для простоты заменять словом модуль. Также существует такая штуковина, как add-on. Add-on – это специфический extension, который предназначен для того, чтобы расширять взаимодействие с пользователем. Add-on – это инкапсулированный кусок логики, который содержит в себе изменения UI, необходимых дата-моделей. Например, у нас есть бизнес, который хочет добавить себе на storefront некую функциональность по рейтингу товаров. Это все можно удобно упаковать в аддон и сделать это инсталируемым, независимым от конкретного проекта. И переиспользуем, что очень важно. Аддон тоже является экстеншеном. Дальше. Есть концепция акселераторов. Акселератор – это огромный комплексный темплейт, поставляющийся нам в виде некого, ну это называется рецепты, ну рассматривайте это как темплейт просто, в виде исходного кода. По большому счету есть подкомпании, имеющие свой менеджмент, которые постоянно ресерчат бизнес. Они анализируют типичные кейсы из бизнеса и делают некий темплейт, который уже содержит дата-модель необходимую и содержит все необходимое для того, чтобы быстро стартануть проект. Наша задача, ну как либо задача наших архитектов, это замапить имеющийся акселератор на бизнес-кейс. Если мы используем, например, типичный ритейл, ну там, я не знаю, там, условно говоря, продажу там еды, то мы берем B2C-акселератор. B2C – это business to customer. Там будет все заточено под получение лояльности. То есть, ну, грубо говоря, это будет какой-то красивый UI, интеграция с платежными системами. B2B – совершенно другой как бы зверь. По большому счету, B2B-акселератор будет отличаться просто драматически. Там будет делегация бюджетов. Понимаете? То есть неважно в самом деле в B2B, чем вы платите. Потому что B2B заточен по другое. У вас есть большая компания, она вам просто делегирует сумму денег. Как они заплатят, это, ну, их вопрос. Ваша
задача как сотрудника будет набрать необходимые под бюджеты вещи и передать необходимые вещи для мониторинга. Ну и так далее. В самом деле акселераторы разрабатываются новые. Мы как компания EPAM имеем свой акселератор, который называется Spark. Он очень клевый, наверное. Также в рамках модулярности у нас есть такая штуковина, как Cockpit Framework. Это некая абстракция, которая быстро позволяет крафтить нам некие админки. Вам нужна админка для люб... Так. Срабатывает, я не виноват. Так, нам нужна админка под любые цели. Мы просто берем Cockpit Framework, минимально его кастомим, на каких-то виджетах это все строится, быстро делаем админки. Плюс уже в самом акселераторе есть админки на любой вкус. Promo Engine. Так или иначе, любой бизнес сталкивается с необходимостью промоушенов. До версии 5.7, которая была достаточно давно, у нас существовал Promo Engine, который строился, ну, как мы все, в принципе, привыкли это делать. Мы делаем какой-то класс, промоушен, строим его в базу, оплаем его как-то там на storefront, обрабатываем, если у нас есть такой промоушен, если есть такой, если кастомер такой, если кастомер такой. Это старый подход. Сейчас все по-другому. С версии 6 Hybris из коробки предоставляет нам очень гибкую модель Promo Engine, который построен на Drupal фреймворке. По большому счету у нас есть RAW провайдер. Это некие сущности, которые отслеживают изменения ключевых вещей. То есть, например, у вас есть пользователь, пользователь совершает покупки. RAW провайдер запустит факт о совершении покупки. А Drupal, сам движок, уже составит адженду, перечень вот этих правил, бизнес-правил, и, выполнив ее, получит результат. По большому счету, концепция кажется не очень понятной с первого взгляда, но важно понимать, что любой проект, который живет хотя бы больше 5 лет, он так или иначе придет к тому, что разрастание логики промоушенов, во-первых, нам придется переписывать много чего там, базовых вещей, типа там, самый типичный промоушен, это, ну, наверное, там, buy one, get one, да, то есть купи одну, возьми одну за бесплатно, или купи вот это мы тебе подарим. И это все мы переписываем из проекта в проект. По большому счету платформа дает нам все вот эти базовые промоушены из коробки, и нам нужно только кастомить какие-то суперспецифичные для нашего бизнеса. На достаточно гибкой модели, которая позволяет нам при помощи Drupal запрограммировать это все и просто, ну, как бы использовать. Также у нас есть достаточно, ну, такой логичный, наверное, простой язык бизнес-процессов. Что такое бизнес-процессы? Иногда мы взаимодействуем с системой не в рамках просто показать страницу и, ну, как бы уйти. Что-то разбивается на несколько действий и переходов между ними. Некоторые зачастую используют Activity, либо другие бизнес-процесс-энджины. У нас есть свой, он простой. Мы создаем некую сущность в базе для этого процесса и толкаем ее через процесс. Платформа берет на себя управление стейтами и дает нам большой, ну, как бы спектр абстракций, которые позволяют легко настроить бизнес-процесс. На картинке пример бизнес-процесса по настройке имейлов отправки. Ну, мы понимаем, да, что как бы исходники смотреть на презентации, так себе идея. Ну, в общем, все просто. Есть XML, Java-программисты умеют писать, читать и любят XML. Много лет. Вот. Простой XML. Все взлетает, работает стабильно. Так как это делается большой компанией, имеет большое количество внедрений клиентов, работает зачастую гораздо стабильнее, чем то, что мы можем сами руками написать. Вот. Definition процесса – это экшены и транзишены. Экшены и транзишены между ними. Все. Простейшая модель принятия решений. Скриптинг. Так. Иногда, работая на любом продакшн-проекте, который по сложности чуть больше, чем какой-нибудь pet project, мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть что-то, что в стандартный SQL не влазит. Например, нам нужно неким хитрым образом проапдейтить бизнес-сущности пользователей, используя какой-нибудь third-party system для получения данных. Что делать? Конечно, написать костыль, да? То есть там как-то
У нас есть Scripting Engine. По большому счету, эта штуковина встроена в админке и базируется на JSR, широко известном. JSR 223. Позволяет писать нам, использовать как язык запросов в Groovy. Хорошая новость для Java-программистов. Валидная Java, валидная Groovy. Можете писать на Java, как бы никто не запретит. Groovy немножко более, наверное, навороченный с точки зрения синтаксиса. Это как такой швейцарский нож. Но при этом представьте, у вас есть язык запросов, который не просто SQL, а вы можете использовать все сервисы, всю утильную модель из системы, при этом писать на Java прямо в админке. Количество вопросов, которые можно решить так, оно просто бесконечно. Начиная от того, что мы можем дернуть через эту админку любую third-party system, точно так, как это делает сама система, заканчивая тем, что мы можем там, я не знаю, пингануть чего-то и посмотреть, работает или нет. Просто гениальная штуковина. Поддерживается в многих местах, на самом деле. Мониторинг. Мы написали отличную систему, предположим, кастомно, закатили ее на продакшн, и что-то пошло не так. Работает либо медленно, либо не работает вообще. И мы начинаем крутить Zabbix и весь набор любимых нами тулов. Вот. У нас все есть из коробки. Мы можем смотреть тред-дампы, можем анализировать перформанс, смотреть на базу данных. Огромное количество мониторинговых тулов доступно в самом инстансе. Мы даже можем забрать логи через админку. Нам не нужно иметь физический доступ к файловой системе. Не, конечно, можно сказать, да, у нас есть там log4j, какой-нибудь тул, который, в принципе, зачастую на больших проектах и используют. Но мы можем получить логи быстро из коробки. Это тоже большое подспорье. Контент-менеджмент. В самом деле нужно понимать, что контент-менеджмент в чистом виде, в таком большом ритейле, уходит в сторону персонализации экспириенса. То есть мы уже не просто храним некие тексты и некие продукты. Мы персонализируем полностью экспириенс взаимодействия с компанией для каждого конкретного пользователя. Это все делится на три части. Персонализация сторфронта, экспириенса и серча. Конкретный пользователь будет получать нужный search result, нужный контент и будет иметь возможность, ну если это админ, неким образом взаимодействовать с системой на основе своих рулов. По большому счету CMS-ка имеет достаточно простую дата-модель, тривиальную, я не буду на ней останавливаться. Это пейджи, слоты и компоненты, которые размещаются в эти слоты. Все работает из коробки, все более-менее как бы стабильно. Ничего придумать не нужно. Чуть более сложная схема, но основное назначение этой схемы – показать богатство изначальной иерархии, то, что, в принципе, все можно решить стандартными средствами, в принципе, вообще без кода. Спасибо. На этом я закончил, наверное, свою презентационную часть. Давайте поговорим с теми замечательными людьми, кто набрался сил остаться здесь. Спасибо за доклад. Я не знаю, какой вопрос, скорее всего, что технический. Я в свое время тоже отработал с Яндексом года два, и где-то года два закончил с ним работать. И Хайрис, по-моему, это очень большой монстр такой, как бы, но если он все описывает, все, что нужно бизнесу, в принципе, это еще не должно быть, он немножко нагрузным. Вот. Вопрос. В свое время были проблемы с масштабированием. Масштабированием и обновлением сервера нет. Вопрос очень интересный. Первое. Как вы, наверное, заметили из начала моей презентации, Hybris был переименован. Hybris переименован в Customer Experience Cloud. Это отвечает неким образом, да, на то, куда он развивается. Почти, потому что был же Hybris as a Service, и, по-моему, он закрылся. То есть был где-то года полтора назад хайп, по этому поводу люди начали туда переходить, а потом он закрылся. Проблема находится в модели бизнеса, то есть как бы сервисная модель, ну,
опять же, вы, как, так как вы работали, вы понимаете, кто работает с Hybase, да, что это за компании. И as a service зачастую для них может не подходить. Но не про это разговор. Классические модели типа там Calibre и BlueGreen и прочее, все это как бы понятно, это все работает. И применение этих моделей сейчас закрывает основную часть квестов с продакшена. Но важно понимать, что дальнейшее развитие Hybase идет в сторону стендалоун экстеншенов. То есть экстеншены будут становиться все более микросервисоподобными. И, соответственно, все микросервисные модели будут плавно переходить в Hybase. Вот именно на данный момент времени мы используем классические модели, ну, обновления on the fly, которые использует любой Java проект. И надеемся, с надеждой смотрим в будущее на микросервисную модель. Спасибо, я ищу. Нет, нет, ну, как бы... Тут важно понимать вообще, ну, вот зачем я пришел, да, то есть, как бы. Понятно, что вот ваш конкретный кейс, вы уже работали с Hybase, вы как бы понимаете, про что я говорю, что хорошо, вы знаете, что плохо, то есть это все. Но вот в чем соль. Если мы, как компания, развиваемся, где в маркете брать людей, которые будут работать с нашей платформой? Нам нужно их растить. И, соответственно, каждый человек, который... которому наши HR, либо чьи-либо HR предлагают слово Hybase, он не сможет найти нормальную информацию в интернете. Это тяжело воспринимается. Соответственно, нужно понять, что это есть. Краткое содержимое такое. Hybase-программист – это Java-программист с неким коротким стеком. Для крутого программиста укорачивание, фокусирование стека приведет к тому, что вы не будете заниматься бойлерплейтом, будете заниматься сложными задачами интеграции, сложными задачами оптимизации. То есть крутой программист будет заниматься крутыми задачами. Не крутой программист, начинающий программист, его жизнь карьерная, да, в силу сужения стека станет более, ну, как бы скажем, динамичной. Да? Очень много паттернов программирования, там, где можно просто вот новичка вот садись, учись, изучать, как она сделана. Прекрасно, это рейлы, опять же. Ну, да, почему-то да, про это мало очень информации в интернете. Проект закрыто. Вот. И после того, как люди выучивались, у них очень сильно падал интерес. То есть проблема выгорания. Вы с таким не сталкивались? На данный момент я работаю ресурсным менеджером в пуле людей, которые занимаются Hybase. Я сталкивался. Но насколько часто такое? Просто у нас такое ощущение, что... Выгорание – не техническая проблема. Выгорание имеет в себе совершенно определенные кейсы. И каждый из кейсов выгорания, он связан с некоторыми вещами. Самый простой кейс выгорания – overperformance. Вы берете джуна, неким образом прогнали его через трейлы, а потом говорите, а теперь давай-ка мы сделаем... пятилетку за 2 дня. И удивительно то, что система хороша, она хорошо кастомится. Он делает пятилетку за 2 дня, но очень сильно устает. А его успех, он очень сильно хорошо мотивирует менеджмент. И менеджмент продолжает делать пятилетку за 2 дня. Через некоторое время человек теряет интерес к жизни. Вот. Это не проблема Hybase. Выгорание – это вообще не техническая проблема, по ней написано там сотни книг в самом деле. Как бороться с, ну, как бы с выгоранием, я могу отдельно рассказать, потому что это минут на 40. То есть, ну, очень-очень сложная штуковина на самом деле. Спасибо, еще вопрос. Люди выгорают и на Node.js. На PHP очень, кстати, горят вообще просто, пш, как керосином полито. Есть у меня просто знакомые. Подойдите потом, поговорим про выгорание. Спасибо.